всегда держим эти вопросы на таком жестком контроле. И мы неоднократно обращались к нашим коллегам, депутатам Евросоюза для того, чтобы довести свою позицию по нашей стране. Но, к сожалению, конечно, замешана политика. Политика порой грязная, нечестная, несправедливая. И, конечно, мы не можем с этим мириться. И сегодня мы приняли очередное обращение к евродепутатам о том, что это недопустимо, это наша память. Память, которую никто у нас не вычеркнет. Память о той великой трагедии, которая была на нашей земле. И, конечно, никто у нас не отнимет право почтить и отдать дань памяти тем, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, и тем, кто погиб в те годы. Это не просто недопустимо, но это подлежит осуждению всяческому, потому что каждый человек должен иметь право приехать, поклониться, отдать дань памяти тем, кто внес вклад в великую победу. Ну, а то, что принимают сегодня вот такие решения, ну, это просто, мне кажется, от бессилия и слабость. Это показывает слабость этих людей. Они пытаются хоть чем-то травмировать нас, белорусов, наш белорусский народ, и это плохо. Я думаю, что каждый человек доброй воли, миролюбивый человек понимает это. И поэтому мы приняли такое обращение. Надеемся, что нас услышат. И даже если не смогут это одобрить публично, то в сердце нормального человека, каждого человека, это, я думаю, зародит зерно сомнения в правильности принятых ими решений.